Студенты, представители исполнительной власти и просто заинтересованные ульяновцы проверили свои знания в экономике и финансах. В стенах Института гражданской авиации собралось 120 человек, чтобы ответить на 20 непростых вопросов. Вопросы разноплановые, они как и на экономику, так и на финансы, но я думаю, что они доступны каждому. Например, один из вопросов – чем подкреплена национальная валюта? Я думаю, это вопрос, на который ответ должен знать практически любой человек. Проверить свою материальную подкованность пришли сотрудники ульяновских министерств, бухгалтеры и студенты вузов. Участники еще полгода назад узнали о грядущем тестировании. Время для подготовки было предостаточно. Например, четверокурсник Сергей Трясин рассчитывает на свою эрудицию и информацию из лекций по предмету. Мы к этому диктанту уже довольно давно готовились. Однако мои познания в экономике, к сожалению, сводятся к нескольким лекциям по экономике и чисто своему интересу. Проверку знаний единовременно провели во всех городах России. В Ульяновском педуниверситете тоже организовали площадку для тестирования. Ее посетило около 100 человек. Испытания еще не закончились. Обладатели лучших результатов диктанта поедут в Москву пройти экзамены на федеральном уровне и получить призы от Министерства финансов. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.